Автомобиль у нас отечественного производства, автомобиль КРАЗ 63-221, комплектован двигателем Евро 4 производства Рено. Двигатель имеет 362 лошадиных силы. Колесная база автомобиля 6х6, он является вездеходом, что дает нам возможность подъехать на любой участок газопровода. Автомобиль укомплектован пунгом, который состоит из двух частей, пассажирский и агрегатный отсек. Есть возможность разместить 5 человек, которые могут остаться на ночлег, что немаловажно в нашей работе. Этот автомобиль предназначен для ликвидации аварийных ситуаций. То есть аварийно-восстановительный автомобиль включает в себя технологическую часть. То есть второй отсек – это отсек, в котором размещается вся необходимая для работы материалы и оборудование. То есть один из отсеков – это шланги, резка, редуктора. Этот отсек предназначен шары запорные. Большую роль уделили комплектации этого автомобиля при его разработке. 116 позиций комплектации, включая в себя, начиная от ручной дрели и ручной ножовки, до шлифмашинки Bosch и вот этих сварочного агрегата и мотопомпы. Играет большую роль в выполнении работ, потому что все работы, как обычно, выполняются в дождь, в грязь, в тех низменных местах, где она очень нам нужна. Оснащено также палаткой, которая здесь есть, тремя лестницами. Все необходимое для выполнения работ здесь есть, в этой комплектации. Данный отсек укомплектован сварочным агрегатом, он же электростанция Данио. Он расположен так, чтобы была возможность доступа к подключению к кабелям и его обслуживания. Аварийки, которые поступали к нам на производство, последняя была получена в 2001 году. Осталось, но на сегодняшний день мы, конечно, очень рады получить такой автомобиль, укомплектованный всем необходимым для выполнения работ на трассе. А где? Кто?